Город Кронштадт. Морской собор святителя Николая Чудотворца. Никольский ставропигиальный морской собор. Последний, самый крупный из морских соборов, построенный в Российской империи. Сооружен в 1902-1913 годах в Кронштадте. По проекту архитектора В.А. Косякова. Вид с другой точки. Что самое интересное, постройка производит впечатление новой. То есть именно или ее как-то чистили, или какие-то работы проводили с ней снаружи. Ничего, и впечатление новизны придает именно то, что камень крашен, и даже каждый шов, расшивка, они тоже прокрашены. Главный западный фасад, выходящий на Якорную площадь. Вид на внутреннее убранство. Вид собора ставил глубоко позитивное впечатление, прежде всего своей красотой и величавостью. Собор за время существования видел как хорошие, так и плохие времена. Радостно наблюдать его в нынешнем великолепии. Друзья, делитесь своими впечатлениями, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.